До лета, а значит и до школьных каникул осталось меньше месяца. Однако у первоклашек Чебоксарской школы номер 40 конец учебного года стал только началом пути. Сегодня их приняли в кадеты. Эти дети отличаются от сверстников не только отчеканенным шагом и военной выправкой. Кроме привычных школьных предметов, в их расписании военная топография, стрельба, строевая подготовка, рукопашный бой и даже парашютный спорт. Стой! Кадетское движение зародилось в Чебоксарской 40-й школе более 10 лет назад. В канун праздника Победы в полку кадет прибыло. В их ряды официально вступили первоклашки. Пятый год в нашей школе действуют кадетские классы. В нашей школе 120 детей обучаются в рамках программы кадетского образования. Это 1К, 2К, 3К и 4К. Будущие пятиклассники. Практика показывает, дети, воспитанные в таких классах, не останавливаются за порогом школы и выбирают военные специальности. В последнее время интерес к военной профессии очень резко возрос, но связано со многими причинами. Во-первых, там вот как материальное стимулирование, социальная норма очень сильно там увеличена в положительную сторону. Ну и во-вторых, вот именно работа такая целенаправленно идет и в военно-патриотическом плане. Вот есть программа уже на уровне правительства. Президентская программа называется, до 2015 года принята по работе с молодежью. Все это, видать, сыграло роль. И вот в этом году очень большой, в общем-то, наплыв поступающих в военно-учебное заведение. Впрочем, идут в кадеты не только те, кто собирается связать свою жизнь с военным делом. Ответственность и дисциплина, патриотизм и мужество. Эти качества пригодятся и на гражданке. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.